пап! Мы почти у цели. Тетя Анна встретила нас в аэропорту. Привет. Джоан, моя сестра Лаура. Ну как? Намного лучше того, что было раньше. Какая ты красивая. Пако! Как же ты выросла. Твоя мама и Пака были влюблены. Серьезно? Пако, иди сюда. Сделай же что-нибудь, молю! Что стряслось? Прошлой ночью кое-что случилось. Вы ничего подозрительного не заметили? У них явно был сообщник на вечеринке. Звони Алехандро. Нужно, чтобы он срочно приехал. Это моя дочь. Я сам решу, что нужно делать. Антонио, все, хватит! Послушай меня! Все, успокойтесь! Это сделал не посторонний. Внимательно следи за всеми близкими. Если ты хочешь, есть способ ей помочь. Ты принимаешь это слишком близко к сердцу. Слушай, ты доверяешь своему мужу? Что ты ему сказала? Все. Но мы же поклялись. Они все лгут. Нужно понять, кому это известно. Теперь все знают.